Уже больше года, как я заказываю катушки с японского сайта Digitaka. И не так давно я снова получил посылку из страны восходящего солнца. Внутри коробки находилась новая модель катушки от фирмы Daiwa 2018 года Trims LT в 3000 размере. Стоит заметить, что этот Frims, как и его предшественник 2015 года, также относится к среднебюджетному классу. Daiwa немного изменила размерную сетку и обозначение катушки, теперь он более схож с шимановской. Новая концепция Light and Tough, что в переводе означает легкость и жесткость одновременно, полностью характеризует эту модель. 3000 размер, что попало мне в руки, весит всего 225 грамм. Корпус катушки выполнен из легкого углепластика. Передаточные отношения в катушке 5 к 1, а нагрузка на фрикционер равна 12 кг. Катушку использовать я намерен для джига до 20 грамм и твича воблера вплоть до 110 размера. Посмотрим на ее работу по ходу сезона. На рыбалку я взял комплект, состоящий из экселона до 28 грамм и моего новенького фримиса. Всем привет! Вчера был здесь, пытался поймать окуня, но в итоге оказалось, что здесь щучка плавает. Вот приехали сегодня половить щуку, до жереха на выходе. Посмотрим. С первого же заброса и я, и напарник тандемом встреваем своими приманками рваную китайскую сетку. Сетка? И у меня чуть-чуть идет. Прошла и все. Глубоко. На катушке я намотал UGK X3 в 0,6 размере. Пришлось подмотать немного бекинга, чтобы плетня легла за несколько миллиметров до бортика шпуль. Это глубоко, что-то гоняет нас, кусок у меня тут. Я думаю, это не чуть слышит там. Вот этот бак. Включено. Сейчас раз на воде не слышишь, слышал. Думаю, наш камер включает. Включено. Все, редбак? Редбак рулит с первого заброса. На воде пока не платят. Редбак рулит. О! Все. Из-под травы? Нападение.
прям под самый тростничок. Тух! Ну опять шнур. Ну что ты будешь делать? Блин, ну зато как приятно. Ладно, сейчас вчерашнюю щучку сниму. Она оттуда. Она туда приплыла, надеюсь, уже. Укладывай просто как асфальт. Сейчас было две поклевки с того берега. Одна на падение мимо. Второй раз кинул. Сделал пару ступенек, стал выматывать уже. Под поверхность вышла приманка. Щука до середины реки, за ней поход гналась. На свечку вылетела. Тоже мимо. Да, блин, тяну. Заглох. Да. Конечно. Ход у катушки мягкий, никаких лишних люфтов и стуков, к счастью, не обнаружено было при первой рыбалке. Так, с удовольствием на 7.28 такого куска тащить. Бомбезно. А? Да, там какие-то камушки на дне. Есть. Второго заброшу. Слушай, по камушкам прям груз скачет. Он там на пятне на этом стоит, походу. Прям на выброс. Стандарт. Да? Вот. Щуку не нашли толком, да? Окунь, как обычно, в своем месте. Мелкий. Там, походу, пятно с камушком на нем, прям. Это окунь. Реально полчаса сидит, да, я тут пишу? Он съел туда, блядь, в пушке. Хороший. На раку, как долго. Мне казалось, что хочу здесь достать. На раку, вот. На глистера. Ну, бейт-брис работает. На отводном только нет. Всем привет! Сегодня мы на реке Дубна, будем пробовать ловить змееголова. Двенадцать грамм, джилд, двойки. Дети шалаш сделали на дереве. Здорово. Кто-то твистерок прижал на середине реки. Окушок.